С минимальными усилиями двигаться рационально, так, чтобы, несмотря на возраст, вы не чувствовали ни боли в спине, ни боли в суставах. То есть это прежде всего система, которая будет учиться двигаться рационально. Первая в Волгограде студия пилатеса с большим оборудованием открылась 5 октября в фитнес-клубе Wellness Park на проспекте Жукова, 48. Пилатес набирает широкую популярность, и все больше людей в фитнес-клубах включают его в свой тренировочный процесс. Пилатес выбирают звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены, медики. И это, кстати, развеивает миф о том, что пилатесом занимаются только женщины. Есть стереотип устоявшийся, да, что пилатес – это растяжка. То есть это в корне неверно. Пилатес может быть как развивающим гибкость, подвижность, но также и силовым. Мужчины у нас обычно хотят силы, пресса, поработать на руки. Мы это все им предоставляем вот на тренажере, который у нас называется «Кадиллак». То есть весь спектр. Часто люди, занимаясь в тренажерном зале, думают, что этого им достаточно. На самом деле, сейчас даже при освоении базовых тяжелоатлетических упражнений необходимо использовать принципы пилатеса. Изначально пилатес был разработан для реабилитации раненых, поэтому этот вид тренировок практически не имеет ограничений ни по возрасту, ни по половой принадлежности. Пилатес учит двигаться рационально, прикладывая для этого минимальные усилия. Простому человеку регулярные занятия пилатесом помогут до глубокой старости сохранить подвижность мышц и суставов и двигаться красиво и правильно. Особенно показан пилатес тем, кто часто чувствует боли в спине, детям с нарушениями осанки, молодым девушкам, которые из-за постоянной ходьбы на высоких каблуках перегружают спину, зрелым мужчинам и женщинам, имеющим возрастные изменения в суставах, людям, нуждающимся в реабилитации и восстановлении функций движения после операций, а также спортсменам, танцорам и многим другим. До начала занятий тренеры студии пилатеса проводят диагностику состояния всего организма. Мы принимаем всех и каждого. И в зависимости от состояния, если есть какие-то особенности организма, мы подбираем выполнение каких-то специализированных упражнений. Диагностика будет проходить на стартовой тренировке, которая будет включать в себя прохождение определенных тестов. Их всего 15, но они очень быстро проходят. Поверьте мне, мы уже обученные специалисты. Все это делаем гораздо быстро. Все очень объективно и надежно. И благодаря результатам тестирования мы сможем подбирать вам оптимальную нагрузку. Новая студия пилатеса – единственная в Волгограде, где тренировки по пилатесу будут проводиться с привлечением большого оборудования, что заметно расширяет спектр возможностей и перечень доступных упражнений. Отдельные тренажеры пилатеса есть и в других студиях нашего города, но полное собрание – реформер, кадиллак, стул, бочка, арка – есть только в новой студии. Занятия, которые будут проходить в новой студии, действительно очень сильно отличаются от всего, чем вам приходилось заниматься раньше. И дело не только в оборудовании, а в уникальных методиках и высочайшем уровне профессионализма тренеров, которые, несомненно, позволят добиться поставленных целей. Основная задача пилатеса – это научить вас двигаться правильно и жить в этом правильном движении. То есть он позволяет уменьшить риск различных травм из-за того, что вы встанете с утра не очень удачно, либо будете поднимать ребенка, либо переносить чемодан. И в отличие от других тренировок, в пилатесе есть основные принципы, на основе которых выстраиваются все упражнения. В пилатесе нет как таковых жестких требований, он очень хорошо сочетается с любыми видами спорта, поскольку мы хотим обучить наши суставы и кости двигаться правильно, то пилатес будет даже очень хорошим подспорьем для профессиональных спортсменов, либо для тренажерного зала. Поэтому сочетание даст наибольший эффект. Нет ни одной категории предпочтительной, потому что мы созданы для движения. Все и дети, и взрослые, и спортсмены, и танцоры. Поэтому я считаю, что заниматься пилатесом нужно всем. Формат новой студии позволяет посещать индивидуальные групповые программы с клубной картой и без нее. Тренеры новой студии «Пилатес» с большим оборудованием ждут вас. Уточнить расписание и стоимость занятий, приобрести абонемент и получить дополнительную информацию о студии «Пилатес» и «Wellness Park» можно по телефонам в Волгограде 53 39 39 и 53 39 40.